Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Стихами Пушкина решил сегодня начать данное видео, так как немножечко слил с бочки кальвадосика. Бутылочка оформлена вот таким вот видом в виде Пушкина. Ну и вспомнил его стих. Итак. Так. Сольем немножечко буквально бутылочку, посмотрим, что как получилось, попробуем. Пока цедится в бутылочку, немножечко решил замерить спиртуозность. Спиртуозность у нас 48. Итак, пробуем, что получилось. Выдерживалось данный дистиллят яблочный, заострив внимание, 4 месяца в 5-литровой бочке. Бочка уже отдала свое все, так что в ближайшее время буду ее разбирать, покажу, как буду разбирать, делать буду переобжиг, ну и собирать все вместе. Когда только дойдут руки, не знаю. Но пробуем. Ваше здоровье, господа. Ну, запах, прелесть. Вообще сказка. Ну, несмотря на то, что 48 градусов, пьется легко, древесные нотки, не плинтусовка, так, деревом, слегонца, послевкусие, мягко, вкусно получилось, но теплое, больше рекомендованных 20 градусов. Немножечко охладить, и под хорошую закуску, я думаю, будет вообще песня. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Вступайте в группу ВКонтакте, в одноименную. Ссылка будет в описании. Пообщаемся, отвечу на все вопросы. Поговорим. Желающие приобрести бутылочку с гравировкой, также пишите ВКонтакте. На этом все. До свидания.